Мы уже не раз сообщали о Тверском добровольческом объединении «Помощь Донбассу», которое регулярно отправляет грузы в зону специальной военной операции. Совсем скоро из столицы Верхневолжья отправится очередная партия столь нужного фронту – оборудования и амуниции. Добровольческое движение «Помощь Донбассу» объединило около 4500 человек. С самого начала спецоперации они оказывают помощь всем, кто там находится. И мирным гражданам, ну и, конечно же, военным. Причем стоит отметить, что в данный отряд, хотя по армейским меркам это целая бригада, входят не только жители Тверской области, но и, например, знаменитая певица Надежда Бабкина. Несмотря на то, что она в Москве, несмотря на то, что есть и московские какие-то там штабы, еще что-то, она сказала, я доверяю нашим тверским, нашему тверскому штабу. Она передала определенную сумму денег, которых хватило на то, чтобы купить внедорожник, коптер, там, оптику какую-то. Что касается объемов поставок, то они впечатляют. Волонтеры уже давно не измеряют грузы тоннами. Теперь это исключительно КАМАЗы, которые перевозят униформу и белье, прицельное оборудование и так необходимые на современной войне квадрокоптеры и многое другое. Особенно стоит отметить, что для доставки непосредственно в зону СВО используется исключительно военная техника, поскольку адресаты находятся на линии фронта. Это не тыловые зоны, это зоны первой линии обороны, это те, кто непосредственно стоят перед врагом. У нас некоторые подразделения стоят так, что вот в 500 метрах уже находятся военнослужащие ВСУ. Ну а всех, кто желает присоединиться к добровольческому объединению «Помощь Донбассу», ждут с понедельника по пятницу с 12 до 3 часов дня возле этих ангаров, расположенных за парком «Россия. Моя история». Здесь будут рады любой помощи.